Переговоры о создании трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства, которые ведутся между США и ЕС с 2013 года, вызывают разные реакции в обществе. Во время встречи «Большой пятерки» в Ганновере прошла акция протеста противников партнерства. В соглашении речь идет об отмене таможенных пошлин для продукции сельского хозяйства и автопрома. Предполагается также в целях стимулирования торговли согласование стандартов и правил. Это потребуется в связи с предполагаемым открытием рынка инвестиций, услуг и государственных закупок. Один из наиболее спорных вопросов связан с механизмом урегулирования конфликтов между предприятиями и государствами. Предполагается, что компаниям будет предоставлено право подавать иски к государствам в международный трибунал, если они считают, что их интересы ущемлены. Международный центр по урегулированию инвестиционных споров связан со Всемирным банком, штаб-квартира которого находится в Вашингтоне. По информации журнала «Шпигель», на саммите также обсуждалась возможность размещения дополнительных американских войск и военной техники в прибалтийских странах Польши и Румынии.